הרומנים שאפו לחזור לנהר דנסטר ולשלוט מחדש על שטחי בסרביה ובקווינה הצפונית, שנלקחו מהם בקיץ 1940 בידי הסובייטים. בסוף אוגוסט מקבלת ממשלת רומניה מהגרמנים גם את האזור בגדה המזרחית של הנהר דנסטר, או בשמו הרומני ניסטרו. השם שניתן לאזור זה על ידי היטלר, טרנסניסטריה. העיר אודסה זכתה להילה מיוחדת כבר מלידתה בסוף המאה ה-18, כעיר מסחר מרכזית של רוסיה בים השחור. בנו אותה מיטב האדריכלים הצרפתים והאיטלקים. רבבות סוחרים ממקומות ומלאומים שונים מצאו בה את פרנסתם. גם ליהודים הייתה אודסה אכסניה נוחה. ספרות ותרבות יהודית פרחו כאן בשלוש השפות, רוסית, יידיש ועברית. ערב המלחמה חיו באודסה כ-200,000 יהודים. כמחציתם הצליחו לעזוב את העיר לפני בואם של הרומנים. המחצית השנייה נותרה תחת הכיבוש. הצבא הרומני נכנס לעיר אחרי מצור של 73 ימים. כבר בימים הראשונים החלו רציחות של יהודים. Вот это дом напротив, дом, в котором я родился и в котором я прожил. До начала оккупации румынами. Вот этот верхний балкон, это балкон нашей квартиры, в которой мы проживали. Третий этаж. Да, третий этаж. Семья наша состояла из 8 человек, нас было 5 детей, я был самый старший. Мама, сестра матери младшая, которая при нашей семье, сколько я помню, всегда жила при нас. Отца забрали на фронт с началом войны. Когда румыны вошли в Одессу? Значит, румыны вошли в Одессу. Мы видели их 16 числа в час дня. Мы стояли группкой соседей возле дома. И вот по этой улице торговой мы увидели, как, крадучись под стеной, пробегают первые румынские солдаты. В ночь на 16 октября советские войска ушли из Одессы. И в этот же день, 16 октября, после обеда, первые румынские войска, каруцы, солдаты, зашли в город. Командование румынской жандармерии выбрало себе штаб, местонахождение, бывшее здание НКВД. Вот это здание, да? По улице Энгельса. С уходом советских войск это здание было пустое, все этажи были пустые, все сохранилось. И поэтому румыны выбрали именно вот это здание как свою комендатуру, где они разместились буквально через несколько дней после того, как они вошли в город. Когда вас забрали? Вот через два дня, 18 вечера, пришли румынский жандармский офицер и двое солдат, и переводчик. И сказали: «Ждание, собирайтесь, 20 минут на сборы». Ну, мама начала хватать 5 детей или одежду брать, продуктов особенно не было, потому что уже была карточная система, Одесса была, оборона Одессы 73 дня была. И вот, когда мы группой здесь возле ворот собрались, я увидел, что возле вот 45-го, возле 47-го и дальше туда... Здесь всюду жили евреи? Да, конечно. А как же, что ж, поквартально в каждом дворе было несколько семей. В нашем было 12 или 15 семей. Здесь 3 или 4 семьи жили. Куда вас погнали? Здесь была выстроена перед войной новая какая-то трехэтажная школа. И эти двое солдат и этот офицер повели нас в новую школу. В эту сторону? Да, да, туда, в эту школу повели. Да. Нас примерно было 8 или 10 семей, да.
скажите, как вообще знали, кто еврей? Переводчик предупреждал дворников, что они несут ответственность перед военными властями. И дворники ходили по квартирам и указывали. Вот привели нас в эту школу. Где вас держали? Держали нас в классах. Вот в этих да, классах? Да, загнали в класс, закрыли двери и не выпускали. Ну, нас там продержали сутки. На утро нас стали выгонять под лай собак, под удары дубинок, под пинки ногами, под удары прикладов, под ругань солдат. И начали выстраивать. И вот по этой улице нас погнали прямо в сторону тюрьмы. Так мы уже потом поняли. Сколько времени вы шли? Мы шли часа 4 и меньше. Колонна растягивалась, мы еще старики тянулись. По обеим сторонам улицы стояли люди. Стояли соседи наших домов, стояли пацаны, с которыми я позавчера или вчера играл в футбол. И другие опускали стыдливо глаза, так как не могли нам ничем помочь. На 22 октября на вечер здесь готовилось громадное торжественное собрание по случаю взятия Одессы, где должны были собраться высокие чины румынской жандармерии и немецких оккупационных войск. И вот 22 октября, 18:45, в момент нахождения высших должностных лиц румынской администрации раздался в этом здании огромный взрыв. Как мы потом впоследствии знаем, это был взрыв партизанами, заложенными до отхода Красной Армии. И погибли при этом взрыве более 130 румынских чиновников. Это были высшие руководители румынской администрации в Одессе. Все здание рухнуло, крыша рухнула? Да, огромная часть здания рухнула, да. Образовалась такая вот прямо, как стена упала, были видны этажности. И под обломками этого здания остался комендант города, румынский комендант города, и большая часть румынских чиновников. Акции устрашения начались сразу после взрыва здания комендатуры. На следующий день, с утра, людей хватали на улицах, на центральных площадях. Это был Александровский проспект, где мы с вами находимся сегодня. Это здесь. Это была Михайловская площадь. Здесь между деревьями соорудили виселицы. Это были произвольные виселицы. Между деревьями натягивали доски или могли между дерево и дерево натянуть веревки. И весили людей. Притом так весили, что у людей ноги болтались на уровне еще земли. Людей били по ногам, чтобы они ноги подгибали, и человек сам себя затягивал в петлю. На следующий день люди валялись на улицах. Повешенные несколько дней висели, потому что боялись подойти к этим людям, местные граждане. Весь этот проспект мира, весь бульвар был увешан людьми. И людей просто хватали. Людей просто хватали. Вслепую, кто просто попался, вслепую, кто попался. Кому судьба выпала так, что он в этот вечер, или в этот день, или в это утро оказался на улице нашего города. Мы жили в Красном переулке 5, вот в этом доме. Вы слышали взрыв? Мы слышали взрыв, но мы не знали, в чем дело. Это же близко. Это недалеко отсюда. Но мы же не знали, в чем дело. И вот они, это было 22-го вечера, а 23-го уже по всему городу были виселицы. Что вы увидели, когда вы вышли из дома? Я когда вышла из дому, я ж тогда хорошо видела. Я смотрю, что такое? Живые люди. Я подошла ближе, смотрю, люди висят. Подбежал за мной сосед и кричит: ты что, сумасшедший? Иди домой, тебя сейчас там повешат. А виселицы, оказывается, были по всей улице Бунина. Все эти Александровские садики, это самое, на Новом базаре, Куликовое поле, весь центр города был виселицами. На каждой виселице где-то 5-6 человек. И мужчины, и женщины, и дети? И мужчины, и женщины. Кого хватали, того и вешали. Это в отместку на этот взрыв. По всей аллее были виселицы? По всей, до самого конца.
после взрыва здания комендатуры из здания тюрьмы с Большевостанской дороги погнали колоннами евреев. Евреи были арестованы, да. Согнаны, да. Уже до взрыва. Еще до взрыва. Это уже были евреи, которых выгоняли из домов. Это были евреи, которые находились уже в здании тюрьмы на Большевостанской дороге. В тюрьме нас выгнали в тюремный двор под побои, под стрельбу, под ругань. Нас вывели за ворота тюрьмы и повели в сторону окраины города. Братишка был у меня на плечах. Мама рядом шла с годовалой сестренкой. Рядом шла мамина сестра, тетка наша, с двумя моими сестрами, с девочками. Вот здесь вот были пороховые склады. Вот так они в сторону второй станции стояли. Когда нас только подвели сюда, я почувствовал удар в спину или прикладом, или ногой, или дубиной, не знаю. Моего братишку попытались сорвать с плеч. Но я его придержал за ножки, получил второй удар, и меня отбросили в сторону. Там примерно 8, 10, 12 человек стояло мужчин. Это была предрассветная мгла, и мне трудно, конечно, было определиться. Я было бросился к ним снова, но получил опять удар страшнейший, и меня отбросили в сторону. Их повели в сторону других складских помещений. Больше я их уже с тех пор не видел. Через несколько минут нас, эту группу мужчин, как овец, погнали в сторону, в противоположную сторону от входа. Вот и сюда, поместили, да? Да, в ту сторону, в самые первые склады. Через время мы услышали шум мотора, подошла бензовозка, это все облили горючей смесью и подожгли. Когда угол этого склада прогорел и крыша обрушилась, там образовалась дыра. И в таких случаях людьми обладает такое стадное чувство. Все бросились туда, в эту дыру, и я, естественно, бросился. В какую сторону вы бежали? В ту сторону, туда, в ту сторону. Это в сторону степи. И когда я бежал, я слышал свист пуль, я слышал вскрики раненых, убитых, падения тел. И видел, как остальные бараки горят. И пламя достигало высоту, наверное, более 5 метров. Таким гулом. И это горели евреи. Кто сгорел в вашей семье? Мама сгорела моя. Сгорела тетка, сестра матери, которая жила при нашей семье. Сгорели 3 сестрички. И сгорел брат. Вот это наша семья, которая сгорела вместе с соседями со двора. И еще 24 тысячи евреев. По разным оценкам, до депортации именно конкретно в Одессе погибло до 40 тысяч евреев. Это были евреи, сожженные в пороховых складах, это были евреи, которых сожгли в порту, это были евреи в числе повешенных, депортированные, которые остались лежать в нашем городе. בתחילת ינואר 1942 מצווים השלטונות הרומנים על יהודי אודסה הנותרים להתרכז בגטה ברובע סלובודקה, טרם הגירוש לטרנסניסטריה. Маша, здесь вы жили до войны? Да. Это дверь, это дом? Да. Вот это окно, кухня. А там два спальня и комната. Отсюда вас забрали в гетто? Да. Тише, пожалуйста, не снимай. Что случилось? Кто вы такая? Выйдите отсюда, нахуй. Сейчас выйдем. Сейчас быстро! Выйдем. Давай! Чего вы гоните? Это государственные приехали и фотографировали. Вы здесь кто? Я никто. Ну так выйдите отсюда. Сейчас я его выйдем. 5 минут и выходим. Сейчас, брат, не 5 минут. Сейчас я выговорю. Брат.
Вот я тебе, блядь, открыл, ну выходи отсюда нахер. Вон отсюда. Давай. Видишь, да. Приехали здесь, мультик. Приехал какой-то это самое, снимает по истории Голокоста. Отлично. Где она до войны жила? Посмотри на нее. Там они не стали во дворе. Кто вам открыл вообще? Соседка, хозяйка. Какая? Где здесь хозяйка? Хозяйка открыла. Ну неужели не понятно? Хочешь, давай пацанам сюда будем выгонять. Да давайте мы выйдем уже. Снимай, снимай быдло. Мы жили на Слободке рядом с психбольницей. А в психбольнице была у них там контора. И вот показали, что тут живут жиды. Все, пришли и забирать маму. И когда увидели, что у нее последний месяц беременности, они разрешили еще месяц побыть на Слободке. Ровно месяц прошел, сразу пришли, забрали всех. Где-то мы были на суконной фабрике, там нас продержали, там дедушка умер. И там издевались очень над ним. А потом у нас детей много было, все маленькие. И нас как бы из первых вывели. Пока нас уже вели, уже люди говорили, уже пришел приказ убивать евреев. Когда вас вели из гетто на сортировочную, были люди на улицах, они смотрели на вас? Да. Да. И знаете, вот наша знакомая одна, тоже с маленьким ребенком, она просила людей, чтобы взяли ребенка. И одна женщина забрала. А вот моя мама хотела дать. Никто не хотел взять. Никто. Она хотела вас отдать? Нет. Был у меня еще этот братик месячной давности. января 1942 года подписан указ о депортации одесских евреев из гетто в Слободке. И первый транспорт, первый товарный вагон отправлен 12 января 1942 года. Отсюда, с этого именно перрона? Отсюда, с этого перрона, где были товарные поезда. И за первые 12 дней, с 12 по 24, было отправлено 15 678 человек. Вы шли вот с этой стороны, по этой дороге? По этой дороге, да. Вот же эти рельсы стоят на местах. Они же никуда... Это не новое, это все старое. Тут такое количество народу было, что это не помнить нельзя. Бабушка держала ребенка, и им тетя держала, а мама шла с маленьким ребенком. И крики, и шум, и дети плачут, и как наяву. Известно, сколько евреев из Одессы было депортировано через эту станцию, через сортировочную? Вы знаете, ну практически да, есть два отчета. В одном цифра чуть больше 28 тысяч, во втором отчете 30 711 человек. И известно абсолютно точно цифра, что 1058 человек за время этих транспортировок погибло в вагонах. Станция «Березовка»
из гетто в Слободке, начиная с 12 января, состав за составом сюда привозили евреев из Слободки. Поезда ходили не очень четко, поэтому иногда это занимало несколько часов, иногда это занимало много часов, иногда поезд останавливался и просто стоял. Людей, естественно, не выпускали. Никакой воды, никаких туалетов там в вагоне не было. Так что путь этот был мучителен. Привезли нас часов 11 вечера было. А дождь льет, такой беспробудный дождь со снегом. Все мокрое, все, дети плачут, крики, шум. И так выгрузили всех детей и всех взрослых, все. И кто куда шел, шли эти вот полицаи. Не румыны, не немцы, а полицаи. И провожали, всю дорогу провожали, кого расстреливали на ходу, кто не мог двигаться. Мама шла, держала старших за руки, а младшего выбросила, все, месяц ребенку было. Когда она его выбросила? Ну вот в этот момент, когда мы после двух дней в этих поездах шли, и ребенок двое суток не пил, не ел, не пеленался, она встала, посмотрела, ребенок мертвый, и выбросила через заборчик такой. Воды вот так вот было, все. И пошли дальше. בתחנת הרכבת בריזובקה נשלחו יהודים למקומות שונים. אחד מהם היה כפר דמניובקה. מתחנת בריזובקה לכפר דמניובקה נסיעה ברכב כשעה וחצי שעתיים. המגורשים הלכו ברגל מספר ימים, ואלה שלא הצליחו להמשיך נשארו בצדי הדרך, ירו בהם במקום. הדרך הזאת נקראת מאז דרך המוות. Как люди выглядели? Ну как, они держались по 5-6 человек, друг друга обняли, держали, потому что падали. А кто падал, тех расстреливали конвоиры. Если не мог человек идти, то его на дороге расстреливали. Потому что когда мы с мамой ехали, то тут по дороге были трупы лежали, снегом присыпаны. Мы с мамой приехали сюда по делу в район, и тут был сбитый самолет большой наш, Ил. И возле него уже прогнали партию. И один мальчик, еврей, спрятался в самолет. Вот. И я подъехал, ну, как мальчик, я был тоже подросток, мне было 14-15 лет, даже не было полностью. То этот парень выглянул с самолета. Я соскочил с телеги, с саней и побежал туда, к нему. И мы с мамой его взяли и на Коштово, тут село Коштово рядом, до друзей. Мама написала записочку, и мы его туда отправили. И так он, это первый был человек, который мы спасли с мамой. Из Одессы все время и шли эти этапы людей. И шли такие приунившие, и шли бедные. И они сами не знали, куда они идут. Як їх гонять і гонять, і їсти не дають, і пить не дають взяти ніде. Заганяли його сюди, в клуб. Це був клуб у нас. Кінотеатр був до війни. А потім заганяли всіх сюди, і з малими дітьми, і взрослих, і стариків, хто хоч був тут. Ми були ще малолітки. Приносили їм суп, в общем, їду, картошку там, що мали. І в заколочені окна, де тронулась досточка, бо цей. І ми туди бросали бутилку води, кип'ятку, чи чай, чи що. От, і так вони тут були. І голодні були, істощені.
Вони жадні були, навіть водички, подасиш через вікно водичку, і то їм це було хорошо. Їх просто загнали на вимирання. Дітки маленькі помирали там одразу. І люди багато помирали, так їх ніхто не вивозив одразу, бо не було чим. По ту сторону клубу ставили це, штабелювали просто. Померла жінка там чи дитина, винесли на двір на мороз і покинули під клубом. Я родился в Кривом озере, и так как отца уже не было, он был на войне, мы с мамой пошли тут недалеко, в село Березки, и там мы были у деда с бабой. А там соседи указали о том, что мы евреи, и нас забрали в этап и гнали через Сырово, через Врадевку, на Думаневку. Народу было очень много. Колонну не видно было начала, не видно было конца. Погнали нас всех дальше туда. Свинарники есть. Жили там клетки, где были свиньи. Вот сколько семей попало туда. Хорошо. Остальные с прохода убирали, выбрасывали на улицу, а там вплоть до расстрела. До Маньовки нас поселили в бараке, где свиньи. Пришли еще свиньи, выгоняли свиней и тут же впускали людей. Вот это началась жизнь там. Бабушка с мамой – деревенские люди. И молодые были. За счет молодости, за счет… Они не считались ни с какой работой. На поля чистить кукурузу, сапать все. Городской народ это не умеет делать. А они ничего не отказывали. Все. Вот за счет этого мы и выжили. Вы помните, как выводили людей на расстрел? Да, конечно, каждый день, каждый день. Бывали такие люди, которые не могли подняться вообще. А надо было вставать и идти. Вот их кто не мог идти, расстреливали, все. Здесь сейчас вот асфальт, а раньше здесь была, ну как по-украински говорят, бурковка. Каменная дорога из гранита. Вот это вот так вот это все. И эту дорогу делали, значит, все евреи. Посильно, не можешь работать, тут же уничтожали. Маме немножко повезло тем, что она... Покойная, конечно, мама. Что она была молодая, здоровая, ее взяли в жандармерию стирать белье немцам. Вот это ей повезло. Вы видели много расстрелов? По-моему, у меня такого волоса на голове нет, сколько я их видел. Им расстрелять было человека, это как муху убить. Расскажите, как вы спасли Розу и детей? А я вышел во двор там, ну, по хозяйству, возле скота ходить. И смотрю, она бежит ко мне до ворот. Трое детей и женщина. И не доходя до нашего дома, с горы поехали румыны. Четыре человека на карусе ехали. И увидели, что у нее на спине нашита белая звезда. И стали стрелять по ней. И я ее раз во двор и в сарай. И закрыл двери. И вышел, а румын... Подъехала телега, румын соскочил и наставил на меня винтовку, говорит, унде юда, на меня. А я говорю, дутила колхоз. Я говорю, что побежали через колхоз. И они позадом, и то те уехали, а этот ушел вниз. И осталась она у нас. Так мы прятали ее там в темнике, где пчелы, и выкормили, и так они остались. А потом я стал ездовым, и меня на поле посылали за кормами, и я привозил все время евреев с поля полуживых. Поэтому я...
17 человек спасли мы в себя на родине. Здесь, в Доманевке, вы знали, что евреев расстреливают? Да, 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 да. Їх заганяли ще у ето, там на краю, де я ото живу. Там був такий великий овчарник був. Вівці там хранились. А потім ті вівці десь убрали і переганяли із цього клуба туди. Ми думаємо, що їх женуть, куди їх женуть. Вони повний овчарник нагнали тих людей. А потім ночі ми в тому краю жили. Ночою стали стріляти з автоматів, чи що, такі протяжні були вистріли. От коли ми утром вже повставали, то, оказується, їх із цього клубу туди перегнали і там стріляли їх. А під утро кончились вистріли, ну, як вам сказати, вистріли, то перестали. Але вони його підпалили, той овчарник. Здесь были массовые расстрелы, во-первых, а кроме этого, сюда, в этот яр, свозили тела тех, кто умирал от голода и тифа в синагоге, в клубе, в двух овчарнях полуразвалившихся, то есть в тех местах в Доманевке, куда пригоняли все новых и новых людей. Здесь собрали частично людей из Винницкой области, частично из Одесской. Потом пригнали несколько тысяч евреев из Бессарабии и Буковины. И по оценкам историков, около 20 тысяч человек было расстреляно только в Доманевке. Бекашну мы Гриша ленасот латер маком шел адир бо шаха. Аварну эт кола макамот басвива. Это не свинарники? Нет, это не свинарники. Но там ничего нет дальше. Туда подъедем, сейчас глянем. Они говорят, и мухан леватер. А Гриша и такеш ламших. Гриша, нашли все-таки? Да, вот. Это здесь? Да, корыто, откуда набирали воду для питья. Для того, чтобы набрать воды, должно было подняться 5 человек. Если поднялось 6, пятерку расстреливали. Это свинарники, остатки свинарника? Да. От входа первая кабина была наша, клетка. Это была наша. Где была мама, сестра, которая погибла, и я. Как вам удалось спастись? Я первый раз, когда бежал, вот, здесь был это вот ров вырытый. Вот так вот, туда дальше. И два ряда колючей проволоки. На ночь они включали под напряжением. Я хоть и пацан был, но я смозгливый, я понимал, что так не кидаются на это дело. Особенно после первого побега, когда меня поймали, дали 25 нагаек, провязали вот так вот руками на ноги. Один бьет, а один поливает водой на тебя. И первых три удара еще помнишь, потом уже ничего не помнишь. Вот. Где-то с полгода я вообще на спину не мог лечь. Вы не боялись опять получить электрический удар? А так убьют, и так убьют. Выхода-то нет. А вдруг повезет на второй раз. Я приготовил 4 веточки. Вот такие, как рогачи, у нас говорят на Украине, рогачи. Чтобы можно было поднять проволоку и под нее пролезть. С двух сторон. Вот так вот. Поставил здесь, пролез в середину, по вторую проволоку опять так же, таким макаром. И я уже был на свободе. Сколько вам было лет, когда вы бежали? Война началась, мне было
6-7 год. על פי הערכות שונות, באודסה עצמה נרצחו כ-40,000 יהודים. למעלה מ-70,000 גורשו לטרנסניסטריה. רובם נרצחו או מתו ממחלות או רעב. Декабря 1941 года было объявлено, что на второй день, то есть 31 декабря, все жители евреи, еврейской национальности, ну, мы уже были тогда в гетто, должны собраться на базарной площади. Я и наша семья, отец, мать, сестра и меньший братик двухгодичный, пришли на эту площадь. Там собрались все жители еврейской национальности Братслава. И нам было объявлено, что мы сейчас отправляемся в концлагерь Печора. Когда вы первый раз попали сюда? Я была первый раз тут с одной экскурсионной группой. І тоді вже я дуже щільно займалася проблематикою румунського Голокосту. І ви знаєте, що мене вразило? Розповідали про все. Про чудовий парк, про будиночок, де лікуються хворі. І буквально одним реченням про те, що під час окупації тут був табір-гетто. Що румунська адміністрація собиралась сделать здесь. Какова была их цель? Резервация. Резервация. Что, как для животных, для зверей? Резервация и вбивство хворобами и голодом. Оце была основная мета. Антонеску треба було позбутися натовпів єврейського населення. Це була мета, це був самостійний румунський план. Румуни мали самостійний план вирішення єврейського питання. Я хочу зрозуміти. Ми знаходимося вже в кінці Трансністрії. От тут Трансністрія кінчається. Нужно було гнати сюди євреїв для того, щоб тут голодом і болезнями вмерти. Чому вони не зробили це раніше? Ну, окрім того, що приміщення було вдале для табору, поряд була німецька територія. Здесь. Так. Німецька територія, і оце місце, бачите, оцей пагорбок. Саме там стояла німецька застава, прикордонна застава. І на мій погляд, як джерелознавця, як історика-архівіста, румуни хотіли ще раз продемонструвати німецькій владі, німецькому командуванню, як вони вирішують єврейські питання. Це що, була зрелищна площадка? От німці смотрят, как румыны истребляют евреев? Образно кажучи, так. Седьмого декабря мы с мамой сидели на чердаке и наблюдали, как собирали евреев. Всех сгоняли вместе. И мама увидела бабушку и своих сестер. Они шли с детьми. И мама решила тоже пойти. Из города Тульчина собрали всех евреев и привели сюда, к этой школе. До войны, до 1939 года, это была еврейская школа. Нас, когда сюда привели, загнали,
ни воды, ни еды, ни туалета, ничего не разрешали и не давали. Здесь мы были 3 суток. И страшная была скученность, страшное было состояние детей. Дети плакали очень, молились пожилые люди, старики молились, просили, Шма Исраэль читали и просили у Бога спасения. Кушать никто не давал, кто что имел, тот ел. Но мы, дети, бегали по классам тут. И я в одном классе увидела 2 маленьких детей. Вот. Это, оказывается, кто-то оставил близнят. Видно, нечем было кормить. Я прибежала, маме сказала. Мама говорит: люди, у кого есть сахар? У мамы был кусочек хлеба. Ну, сделали они в марлечку, замотали немножко хлеба с сахаром. Вот, и сделали так, типа, сосочки. И этим деткам сунули в рот. Вот это я хорошо помню. Вот, ну, что они, конечно, погибли. Я так потом уже поняла, кто бы их взял с собой. Так они, видно, тут лежали. Потом отсюда нас погнали в баню. В бане всех вместе, мужчины, женщины, дети, старики, всех вместе, заставили раздеться. Все вещи сбросили в одну кучу. И когда вышли с этой бани, вся одежда была мокрая. И в этом я отправилась в Печору. Со мной была большая родня, был папа, была мама, был брат, который был старше меня на 10 лет, и была папина сестра с мужем, и были дедушки, бабушки, тети, дяди, все родные. И так они меня несли до самой Печоры посменно на руках. Колона пройшла дуже великий шлях, хоча була можливість прийти в печеру більш коротким шляхом. Можна було йти через бортники, це коротший шлях, але румунська жандармерія, румунські жандарми і українська поліція повели людей більш довгим шляхом, через Торків. В Торкові ночували. Здесь было холодно, окна все были выбиты, а крыша была соломенная. Полицаи нас загнали сюда, и каждый, кто мог, себе нашел удобное местечко. По сторонам вдоль стен были кормушки для лошадей. Там в некоторых местах была еще солома. Кто похитрее, они себе там поустраивались, а кто не мог, так прямо на полу здесь, на грязном этом полу земляном. Ночью было очень тут страшно. Полицаи зверствовали, они напились, а люди не могли утихомириться, дети тут плакали. Полицаям не понравилось, они начали стрелять вверх. Вот так люди испугались. Я слыхала, как стали кричать, что замолчите, не кричите, потому что займется солома, и мы все тут сгорим. Вот. И так мы до утра как-то дотянули тут. Ни пить, ни есть нам не давали. Меня мои родители всю ночь держали посменно на руках. И так мы перемучили, стоя, всю эту ночь. А на утро было множество трупов. Некоторые умерли от этого всего, а некоторые просто повесились тут,
в этой конюшне. Когда мы уже утром строились, чтобы нас гнали дальше, за колонной шла подвода, которая подбирала мертвых. Наша колонна растянулась примерно на километр, возможно, даже больше. Дорога была не накатанная, и было очень тяжело передвигаться. Кто отставал от общей колонны, после первого предупреждения, я помню, одного шмила, я его даже знал, его расстреляли, отвели в 3 метра в сторону, и, видимо, разрывной под пулей прямо в голову, и мозги отлетели метров на 3-4 от места расстрела. Их приводят на территории Печерского табору. Их поселили здесь, в этом здании? Так. Оце будівля колишнього військового санаторію Київського військового округу. І здание виглядало так же, як сейчас? Ні. По-перше, не було 3-го поверху. Це було 2-поверхова будівля. По-друге, воно було напівзруйноване. Тут не було вікон. Не було дверей. Все, що можна було зруйнувати, було зруйновано місцевим населенням. І це вже зима, коли людей призвали? Ну так. Да. Це грудень місяць. Ми були з мамою, зайняли місце. Отут був відкритий балкон над входом. І от відсюди, з правої сторони, дверь там открыта. Вот под этой дверью мы с мамой и заняли кусочек места, потому что там лежали на полу один около другого, как спички. Мы были одни из последних, потому что мы попали не в здание вверх, а мы попали в подвал. Там уже было море людей. И мама искала, куда поместить своих 3 детей. И мы лежали там. Внизу нас разместили в коридорах, в подвале, в самом низу. И там уже было много людей, и мы все лежали на одной куче, лежали все. Я с семьей очутился на 2-м этаже. Там уже были 3 семьи, по-моему, из Умани или из Гайсина, точно я даже не знаю, потому что они буквально через 3-4 дня их отсюда увезли, многих мертвых, а некоторых куда-то переселили, не знаю куда. Как здесь, Печерский лагерь, был организован, чтобы люди систематически умирали от голода и от болезней? Цілком просто. Це був табір, де людям не давали їсти. Просто не було їжі. І коли людей сюди привели, дуже короткий час, той, хто мав якісь речі, якісь коштовності, підходили до кам'яної огорожі і міняли це на продукти. В сторону деревні. Так. Це був такий жахливий обмін. Натовп. Іде людей, натовп. А хто це такий? Ми навіть і не знали. Ми не знали, бо вони всі оточені охороною поліцаїв. Да. Румунських жандар. Да. Нам страшно. Ми навіть боялися ходити. По суті, це я бачила, що як сюди цих людей. І я що там розбирав, що це саме євреї. І діти були малі, і старші були, і зовсім старі. Такі старі, що вже йти не можу, так як я зараз кажу. Оце здаля ми могли і почути, як вони плачуть, просять. Плакали. Плакали, щоб щось їм
дати щось перекинути, їсти, да. Моя сусіда була, вона пекла хліб і носила євреям сюди і перекидала. А вони їй, що мали, вони теж їй перекидали. Оце ж мур був. Отут був мур? Да. Ага. Він нижчий, як той, то високий був, а тут трошки нижчий. І вони там самі видиралися на цей мур, щоб просити, щоб хтось щось їм перекинув, щось дав. І ви отак? І от як можеш, перекинеш і боїшся. І боїся, бо получиш. То там же ж поліція була, стояла, то ж бачили. Хто що перекидає, та і страшно було, і це. То ви давали, Ліля? Ну, як же, то, що нам давала мама школу щось з'їсти, то ми перекидали їм туди. Бо ж, ну, просиш людина, дитина. Ну, это как это можно рассказать, когда ребенок все время хочет кушать, когда нечего кушать. Я же вам говорю, мама, вот тут за зданием, там на кирпичах они варили какую-то похлебку, то, что она могла выменять, то, что она могла, допустим, картошку какую-то купить, то есть и купить, поменять. Вот. И похлебки. Я не помню, кроме похлебки, хлеб, да, бывал хлеб, где-то мама тоже меняла на ну, какие-то вещи, там видно, что у нее были у нее, и, может быть, какие-то денежные средства были, щоб купити буханку хліба. Як добували воду в печері? От через ці 147 сходинок. Як хочете їх називайте. Або 147 сходинок до смерті, або 147 сходинок до життя. Чому до смерті? Тому що вони були живою мішенню для Сокілецької застави. А, німці з тої сторони? Так, і заради розваг. Ви знаєте, а ще влітку, це вже пізніше. Тобто будь-який, хто спускався, він мог бути мішенью для німців? Так, він міг би бути застрелений. Жандарми розрішали приносити воду? О, вони знущалися. Вони придумували такі знущання. Дозволяли оце відерце чи якусь каструльку з водою донести майже до кінця. І її вибивали з рук. І в цього в'язня вже не було сил вернутися по цю воду. Немає води, не можна зварити ніякої юшки, навіть самої простенької. Не можна було зігріти воду і якось помити дитину. Вода – це було дуже багато для печерських в'язнів. Умирали практически ежедневно, по 20-30, а то и больше человек. В разных комнатах по несколько человек. Мужчину помню как скелет, настоящие скелеты. Ну, а другие, вот женщины, в основном вид такой, трудно даже себе представить, не скелеты, а опухшие, как голова и лицо сливалось, как футбольные мячи, круглые, округленные. Некоторые с ума сходили, некоторые даже раздевались чуть ли не наголо и как бы выходили в пляс. То есть люди сходили с ума. Вы помните кого-нибудь из них, из погибших, из умерших особенно? У меня перед глазами возникает относительно молодой человек, которого накануне за день, за два я сам ему наливал кипяток, и он с благодарностью, с дрожащими руками выпивал этот кипяток. И на второй или на третий день после этой встречи с ними я его увидел лежащим мертвым у входа в здание, на улице. Он у рта держал женскую грудь, держал
у рта, прямо вот так, как будто он ее сосет. В день вмирало 20-30 людей. Вмирали від тифу. А звідки з'явився тиф? Їх поселили в цих, так би мовити, палатах без вікон, без дверей, де спало в кожній палаті знаходилося по 20, по 30, по 40 чоловік. Воші. Тиф. Тиф і супровід холоду і голоду. От печера – це знищення людей без розстрілів. Румунська жандармерія в печері. От саме взимку 41-42 рік. В неї якийсь був дозвіл вмирати. Ми вам дозволяємо, вмирайте. Ви бачили мертвих? Мертвих лежали возле мене мертві. Так умерла моя бабушка Хоне, так прямо тут и рядом с нами тоже мамин брат, это самый Йоська, он был кузнецом сам, но у него был кровавый понос. Это я сейчас... Кровавый понос был, он тоже скончался тут. Вот. Вы видели много мертвых вокруг вас? Каждый день были мертвые. Каждый день были мертвые. Було таке правило, розпорядження начальника румунської жандармерії Стратулата, щоб на ранок, на сходи, на коридори виносили померлих. Тобто всі коридори тут? Це було кладовисько. Це із було... кімнат? Так. Це було, був шлях до кладовиська. Вже кладовиська були коридори. І на лестницях теж? І на сходах. Лежали люди, їх стільки вмирало. Вы видели сами людей, которые умирали? Да, видел и даже в какой-то мере принимал участие в их проводах на улицу, что их выносили и бросали как бревна в сани, которые потом их отвозили в общую могилу за территорию лагеря. Від нашого дому, де я жила, чуємо лемент такий, плач, плачуть, голос чуємо. Що це, хто це кричить, хто це плаче, що це зробилося. Дивимося, а це ж, каже, туди на, нас називали окописьком, на могильник, де євреї, могили, поховані. Євреї поховані. Ой, провадять, каже, вже євреї, вже якийсь помер, вже хтось, вже, каже, дуже плакали, дуже євреї, такий голос у них був дзвінкий і страшно, страшно, що не можна перенести цього. Моя мама умерла в конце февраля, где-то в начале марта 42-го года, потому что был тиф. Мама была в тифозных бараках туда дальше, и она умерла. Брат мой как сошел с ума. Ничего ему не надо было, он с горя только сидел и плакал. И тогда, в это время тяжелое, я, 5-летний ребенок, взяла все на себя. Подходила к забору, наставляла руку, и люди, которые проходили или приходили сюда на базар, редко какая женщина миновала меня. Все что-то давали. Кто кусочек свеклы, кто кусочек картошки, то хлеба, что кто имел. Дуже багато ходило таємно, щоб ніхто не бачив,
вилазили, де тільки не могли. От покажи, де вилазили. Да, внизу, в долині. Ага. Там в долині, аж туди, до річки. Я в детстве хорошо умел плавать. Нам к Южному Бугу разрешалось идти. Это единственный источник воды, где мы пользовались водой. Я нырял и выплывал с той стороны забора и уходил в ближайшие села. И они пробирались, и выходили, и ходили по селу, и просили їсти. И кто мог, брав до хати, дитину годував. И це точно было, бо я... Це бачила? Бачила. Заходили в будинок до людей, просили. Просили хліба, просили, що хто може. А давали, Ліля? А як же? Давали, бо це діти. Це діти. Наші люди дуже добрі були. За 3 роки я був, наверное, у сотні сімей різних, і нігде я не зустрічав враждебного відношення. Пищевые продукты, которые мне удалось выпрашивать, я поддерживал до конца, чуть ли не до конца года, мать и меньшего братика. В конце, уже накануне Нового года 43-го, братик все-таки от моей пищи, которую я приносил, видимо, недостаточно, умер. От голода? От голода. Ну, то, что я приносил, видимо, он был, мать держалась, а он умер. Мамины сестры, 4 сестры. Одна мамина сестра, самая старшая, Бейла. 6 детей тут остались. И сестра, и дети. 2 сестра сына тут оставила. 2 бабушки, Сура и Поля, тут остались. В результате из моей семьи 13 и 11, и отчим, вот вам 24 человека. Вот это здесь. Вот там, возле самого забора, та могила, там много лежит женщин, и там много людей. Это все, вот это все могилы наших родных. Моя мама вот там похоронена, мы с братом сами ее хоронили. За документами надзвичайної комісії через печеру пройшло біля 12 тисяч. 9495 людей померли від тифу і голодної смерті.